Всем привет! Сегодня мы будем делать маленькие милые бантики по шаблону. Для работы нам потребуется репсовая лента шириной 4 см желтого цвета и коричневая лента шириной 2 см. Также нам потребуется репсовая лента шириной 0,6 см. Красивая серединочка. И также нам потребуется шаблон шириной 8 сантиметров и заколка. Берем наш шаблон и ленту шириной 2 сантиметра, формируем бант. Зажимаем заколочкой, отрезаем лишнюю ленту. Основа под бант готова. Далее берем линейку и отмеряем 9 сантиметров 2 отрезка. Обрабатываем края. Данные два отрезка мы будем делать как флажок. Прикладываем две ленты друг на друга и к нашему основному бантику поворачиваем наш шаблон, прикладываем посередине. Обратной стороной. Оставляя 2 миллиметра, аккуратно цепляем, все, переворачиваем. Теперь берем репсовую ленту желтого цвета шириной 4 сантиметра, длиной 13,5 сантиметров. Отмечаем середину. И подводим наши края к середине. Делаем небольшой нахлест в 1-2 миллиметра. Закалываем все иголочкой. И прикладываем к нашему бантику. Поправляем все, находим середину. Все. Берем иголку с ниткой и прошиваем.
С обратной стороны проверяем, чтобы мы все захватили, ничто, ничего не пропустили. Иголку убираем, вытаскиваем наш бант, стягиваем хорошенько, аккуратно, чтобы иголка не сорвалась. Сейчас здесь не зацепила. Приклеиваем резиночкой диаметром 3 сантиметра. Берем репсовую ленту 0,6 сантиметров, отрезаем отрезок длиной 10 сантиметров. Лишние нитки аккуратно отрезаем, чтобы бантик не распустился. Ну, бантик готов. Осталось его расправить красивенько, все поправить. Обработаем края ленты. Вот такие вот милые бантики по шаблону у меня получились. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!